Латвия Зинис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Человеком Европы в Латвии 2023 года признана медсестра, первый иностранный сержант в украинской армии Сармета Цирула. Голосовавшие за Цирула писали, что она всей душой и сердцем делает свое дело, помогает людям на фронте, жертвуя своим здоровьем и рискуя жизнью. Сама Цирула на церемонии награждения не присутствовала, так как находится сейчас на фронте, но прислала приветствие и благодарность. От нескольких тысяч до 200 тысяч евро. Именно такие суммы потратили в этом году муниципалитеты, украшая города к праздникам. На украшение Лепы из городского бюджета выделено 148 тысяч евро. В Даугавпилсе великолепно украшены главная площадь, центральная улица и главная елка. Затраты составили 200 тысяч евро. Муниципалитеты Резекне и Лудза отказались комментировать расходы этого года, а в Прейле упор сделали на уличное освещение. В этом году стоимость украшения центральной площади Прейли составила около 5000 евро. Первые три места в топе городов, которые предлагают лучшие условия жизни, занимают Вена, Цюрих и Окленд в Новой Зеландии. Города оцениваются на основе таких критериев, как политическая стабильность, система образования, инфраструктура, социальная и культурная среда. В первую десятку вошли также Копенгаген, Женева, Франкфурт, Мюнхен, Ванкувер и Сидней. Столица Латвии, Рига, занимает 93 место, Таллин 91, а Вильнюс 87. На покупку пиротехники в рождественские и новогодние праздники латвийцы в этом году тратят на 20-30% меньше, чем в прошлом. В этом году также появилась тенденция объединения, чтобы сэкономить, организовав фейерверк сообща. Скорая помощь Новый год ждет с тревогой, потому что в этот праздник больше употребляют алкоголь, а также увеличивается риск разных травм, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лена Цейпула. При этом рождественские праздники Цейпула охарактеризовала как спокойные, число вызовов скорой не увеличилось, было как и в будние дни. 31 декабря и 1 января общественный транспорт Риги будет бесплатным. При этом на ряде маршрутов будут обеспечены дополнительные рейсы. В эти дни все пассажиры смогут ездить в общественном транспорте, не регистрируя билет, в том числе месячные проездные. На Домской площади в Старой Риге царят ароматы корицы, имбиря и жареного миндаля. Настроение хорошее и у торговцев, и у посетителей. Иногда народу так много, что развернуться негде. В этом году на рынке представлено более 80 торговцев и ремесленников. Но хотя число посетителей в этом году выше, чем в предыдущие годы, это не сказывается на торговле, поскольку деньги считают и местные жители, и туристы, говорят торговцы. В Риге встреча 2024 года пройдет на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилос, на участке улицы Кальцу между улицей Вальню и бульваром Аспазиес, на площади возле Парковой башни, а также на площади возле Музея декоративно-прикладного искусства. Праздничная программа продлится с 21 часа до 2 часов новогодней ночи. Развлекать посетителей будут 6 диджеев, представляя музыкальную программу в своем стиле. Для праздничного настроения на фасадах зданий будут размещены видеопроекции на тему «Зимние сказки», созданные латвийскими художниками. На площадях во время проведения мероприятий будут доступны горячие напитки и закуски. Чтобы не встречать Новый год с Кремлем, салют в Огре в новогоднюю ночь разрешен только в полночь. Согласно пояснительной записке к проекту правил самоуправления в муниципалитете отмечается, было замечено, что использование пиротехнических изделий начинается в новогоднюю ночь уже в 23 часа, что свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества. Потому салют разрешен только с полуночи. Латвия Зинис, независимая русскоязычная издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.